Премьера спектакля с оригинальным названием «Палтус вкрутую» состоялась в драматическом театре в субботу. В пятницу режиссер, народный артист России Вадим Романов устраивал так называемый «семейный показ», чтобы опробовать шутки комедии на зрителях. Будем смеяться с легкой грустиночкой, потому что в спектакле говорится и о кризисе, и о роли женщины в истории, и о роли мужчины в истории. Кто главный, кто кем руководит, куда, чего и как. И вокруг этого наворот событий. На сцене декорации в виде дома главной героини Хэриет в исполнении заслуженной артистки России Светланы Басовой. Женщины задорной и неунывающей, легко управляющейся с двумя любовниками. На протяжении двух дней именно столько длится действие, она балансирует на грани фола. Именно такие перипетии подразумевает жанр – комедия положений. В течение спектакля на сцене появляется 7 персонажей. Восьмым полноценным героем можно считать сам дом. По задумке режиссера он ведет себя как живой и участвует в действии. Кресло-бар оживает с водочкой. Тут валится изгородь, ломаются розы, гремит холодильник, взрывается чайник, лопаются яйца. Все время что-то происходит. Оба поклонника Хэриет и не подозревают о существовании друг друга. Один – владелец рыболовецких траулеров, второй – яичный магнат. Отсюда и находка режиссера в названии «Палтус вкрутую». Знаете, что мне действительно сейчас очень хочется? Что? Вареное яичко. Варить 3 минуты. Нет, 4. Я постараюсь. На протяжении двух действий зритель постоянно находится в напряжении. Оторвать взгляд от сцены просто невозможно. Спектакль буквально нафарширован остротами. А с мужем ее знакомы? Да, поверхностно. Кличка у него такая. Бешеный Боб. Он сейчас в тюряге в Перу. По мнению режиссера, зрителю нужна правда. Фальшь он легко почувствует. Поэтому от актеров Вадим Романов требует выдержать тонкую грань между разумным, добрым, вечным и смешным. Это новый спектакль, вот, который очень хочется посмотреть. Причем такое оригинальное какое-то название. Вероятно, сам спектакль очень интересный будет. Игра артистов вот вживую интересна. Живую. Телевизор от телевизора. Игра артиста всегда как-то ближе, что ли. 1,5 месяца изнурительных репетиций, спектакль готов. Последним прогоном режиссер остался доволен. «Палтус вкрутую» – удачное сочетание юмора, выдумки и женского лукавства. Рекомендован для отличного настроения. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.